документов, что сколько стоит, какие, ну, максимально подготовился. Потому что я человек бюджетной комиссии, я тоже понимаю, что это. Съездим и посмотрим, проверим все остальное. Когда у нас пятницу у нас? Какая? Вот сейчас назначим график, дадим пятницу. Зачем в любой месяц ждать? Как депутат можете в любой момент появиться. Завтра заседание бюджетной комиссии. Вы можете после этой комиссии сразу сесть на машину и поехать в парк, провести полную инвентаризацию. Меня интересует, почему не сделать? Они не хотят инвентаризацию. Давайте соберемся завтра в первом половине дня. Вот все время мне рассказывают, что у меня есть права. Но на местах кто-то не делает вовремя. График вы еще говорили на последней сессии, это было в декабре, что говорили, давайте утверждать на сессии мероприятия, которые необходимо выполнять. Срок, кто конкретно ответственный. И пусть отчитываются, почему не сделано. В апреле был разговор, завтра на сессии мы будем утверждать план эвакуации в случае пожара. Ну, честное слово. Вы имеете право как депутат. Вот, мастер, проверять кого угодно. Любую структурную. Если он не освоит время, коммунальный. Депонирует его с работы с ним. Александр Андреевич, можно у меня просьба, как директора парка, попросить вас? И комиссию, если вы хотите завтра приехать, посмотреть, или не завтра. У меня просьба, в первой половине дня хотелось бы это все сделать, потому что во второй половине дня бюджетная комиссия. Согласуйте с ними, когда приедут, когда позволят это сказать. Давайте мы решим сейчас, что с нас будет. Мы же будем работать. Нет, а что значит я приеду? Подождите, не я приеду, я буду работать. Надо так говорить. Подготовь завтра на 9 утра, там мы кипу бумаг покажем, сольдовки, склады откройте. Пускай люди работают. Надо настольную лампу. Включи настольную лампу, Олег, честное слово.